Ну что, после проверки глюка с наполовину очистившейся душой, совестью, можем отправляться к Миллеру. Да, мы не выполнили это задание, но, по крайней мере, узнали, что здесь вообще нас ждало. Нам нужно на метро сейчас успеть. И, по-моему, я не туда пошел. Ну, давайте проверять уже документы. На каждом шагу. Shut up, Clank. I want your papers, not your opinion. Fuck me. We do not want trouble. There is no need to start any trouble, yes? You sure you don't want to see anything else? Сколько раз мне еще придется пройти через это? Я даже сюда не хотел, я просто случайно зашел на эту территорию. Нам нужно в метро, и для этого нужно куда? Черт, запутанный город. Тут КПП. Так, нужно в переулок просто все. Я просто забыл, каким путем сюда пришел. Да, вот этот переулок как раз нужен. Здесь мы пройдем. Правильно, правильно. И там на площадь, а оттуда вниз в метро и дальше как раз в нужный нам район. Можно было бы еще, конечно, домой забежать и все-таки узнать, что там за головорез, разбирающийся с аугами. Но, думаю, отложим это на потом, по возможности. Или вообще минуем это дополнительное задание. Так, надо же, никто не проверил документы. Но на выходе из метро 100% все-таки это случится. Ладно, спешить на самом деле некуда. Миллер нас в любом случае дожидается. Это не какое-то срочное, неотложное прямо-таки дело. Успеть за 60 секунд. Да, лучше давайте сюда поедем, а отсюда быстрее будет добраться до вертолетной площадки. От того, как Миллер отреагирует на информацию о Викторе Марченко, будет, мне кажется, многое зависеть, но в плане нашего отношения к нему. Мы также поймем, насколько он осведомлен в этой ситуации. Конечно, сейчас очень обидно, что мы упустили буквально из наших рук доказательства против Versalife. Очевидно, для раскрытия всего вот этого заговора это куда более важная информация, чем то, что мы получили от Эллисон. Однако ее информация может помочь нам с предотвращением будущих терактов напрямую. Плюс она рассказала об Альпах, которые, ну я уверен, мы рано или поздно должны отправиться. До этого вообще не замечал. Однако ведь в чем еще может быть плюс у аугов, у которых, например, протезированы ноги? Они могут сэкономить на обуви. Посмотрите, с протезированным ногам обувь действительно не нужна. Для чего? Железяка не так загрязняется, и ничего страшного с ней не случится, да? Если она пройдет просто по полу любому. Такое маленькое вот утешение, что у тебя не настоящие ноги. Ну, кроме того, что это, конечно, может быть, могут быть очень крутые железяки, которые увеличивают твои физические способности. Это-то и так очевидно. Так, здесь, конечно, непривычно тихо, спокойно. Относительно других станций. Чистота и смирение. Если бы, конечно, не вот это. С чем связан этот обвал? City run by criminals and scum. Ну, знаете, вот такая даже атмосфера, в которой хочется немножко расслабиться. Потому что у нас все-таки такое напряженное дело, мы просто не сидим на месте, мы все время куда-то идем, что-то у нас какая-то цель. Нельзя просто сейчас даже прийти домой, вот там сесть на диван, и не знаю, что там пьет Дженсен, но выпить вина, например, да? У нас такой ситуации возможности просто даже не представляется. Мы эти несколько дней, сколько, по-моему, 2-3 дня мотаемся туда-сюда без остановки.
Мы много проводим времени как раз-таки в передвижении, это да, но само это передвижение тоже, оно наполнено, собственно, тревожными мыслями о том, что нам предстоит сделать, или то, что случилось уже, в рассуждениях о том вообще, что происходит вокруг. Мы не можем вот расслабиться. То есть Дженсен, я прекрасно понимаю весь его характер из-за этого складывающийся. Он у нас такой вот спецоперативник, которому действительно не до каких-то других дел. Так, да, мы по адресу пришли. Я даже не смотрел, на самом деле, на радар. Так, Миллер должен быть где-то здесь. О, здесь припасы явно для меня кто-то оставил. Новые. Это прекрасно. Еще что-нибудь? Там наверняка много всего можно найти, если хорошенько поискать. Но не будем сейчас этим заниматься. Детали для сборки не настолько критичны в данной ситуации. Ну, разве что вот в пару ящиков заглянем. Да, все правильно сделал. Ага, вертолет уже тут. Вертолет. И Миллер, конечно же, болтает с кем-то по телефонной связи. Но увидел нас. Ну, все, сейчас будет, возможно, даже группа, потому что мы явно сюда не спешили. So you found the bomb maker. Linked everything to Ark. Я постарался. Not exactly. Jesus, Jensen. We did find the bomb maker. Allison Stanek, a local resident. We have her in custody now. But she told me she'd made dozens more bombs before we arrested her, and she delivered them to Victor Marchenko. Как тебе такие новости? So it was Ark. Something more is going on here, Miller. Have you had a chance to backtrace the pocket secretary I gave you? Not yet, but I will when I get back to the office. Good, because Stanek also told me that Marchenko has a base of operations in the Swiss Alps, a research facility called GARM. Да, когда полетим туда? That sound like something Ark has the resources for, do you? Мы вот так пытаемся аккуратно натолкнуть на понятно что. I'll contact McCready. Get him and a few analysts to work up a plan. Да, он не хочет с нами это обсуждать. Шикейн и я can fly there and back, get a lay of the land, while Mac and his team do the research. Really? Got it all figured out in that clockwork head of yours. What the hell? I'm in. Альпы-то от Праги не так уж и далеко. You got enough fuel to get to Switzerland? To get us there, sure. Fine, do it. But this is recon only. Do not engage. Contact me the minute you have something. Я бы рад всегда не вступать в бой, но никогда так не получается. You've proven yourself so far on this one, Jensen. Don't screw it up. Ну ладно, пару раз получалось. Copy that. Чё, полетели что ли? Тут всего лишь пару границ, может быть даже бывших, нужно будет пересечь. Miller's not used to giving compliments, is he? Тебе она нужна? He's getting static from the brass. They're starting to riot in Gollum over that shit with Rucker. I'm sure he doesn't blame you much anymore. What do you think? I think tracking that bomb maker was some fine work. If the intel you got from her stands true, Gollum City will be the least of our problems. So what do you say we go find out how deep in it we are, right? You all set? Так. Почему-то мне думается, что если бы мы все-таки в банк-то проникли, информацию ячейки в Версалайф обнаружили какую-то, она бы тоже указывала бы на эти же самые Альпы, то есть на этот исследовательский центр, как его там, ГАРМ, ГРАМ, не так важно. Наверняка они, естественно, связаны между собой. Ну, то есть Марченко не то что двойной агент, но, возможно, связан с Версалайф напрямую. То есть выполняет их задание. Не знаю, я не, эти заговоры, я в них никогда не пытаюсь разобраться, пока, собственно, вся информация не вылится наружу. У нас пока еще не вся информация. Так, ну чего? Полетели или у нас есть какие-то дела? Сейчас про хромоту поговорить. Почему бы и нет? Самое время, да? Нет, на самом деле нет. А вот насчет этого стоит, наверное, сказать. Я думаю, Чеканы готов спрашивать его об этом бессмысленно, но все-таки, так как Миллер сказал, что мы летим на разведку, а я в этом совершенно не уверен, мы об этом сейчас скажем. Hey, when we get to the Alps, we could get into some action. Are you ready for that? Why?
because I've been flying hack for the last few years. That's the thing about us naturals, Jensen. We never rust. Ha! Humorist. Look, I've been doing this a long time. Been in my share of shit, too. Always managed to pull myself out of it. Fair enough. Just don't leave without me. Hey, listen up. I know we're not exactly pals, and I know I can be an asshole. But I'm not a fucking asshole. In fact, I'm offended you'd even say something like that. Okay. Да все нормально, вообще сейчас подружимся. I'm just messing with you, Jensen. You ready? У них очень разный характер, это да. Поэтому им не стать лучшими друзьями. Но они такие братья по оружию вполне себе могут из них выйти неплохие. То есть у нас уже была успешная операция. Ну как успешная, то есть мы хорошо скооперировались в городе големов. Давай, полетели. А что меня здесь еще держит? Еще, что, сейчас домой пойду, там какие-то дела другие улаживать? Не, полетели. Yeah, fire it up. Ох, сколько же у нас перелетов. Мы в начале этой ночи, по-моему, улетели сюда, из города големов. А теперь уже летим, пожалуйста, в Альпы. Гарм, точно. Scan the facility from the air with a negative. I'm gonna find out what's being planned. I gotta get inside. Да, вот такая вот разведка. No way of knowing what's in there. Для этого я и лечу сюда. Did you say you wanted to get back in the action? Fine. Not setting us down. А, ну с этим мы тоже справимся. Мы неплохо обучены высаживанию с воздуха. Мягкая посадка на снежок, почему бы и нет? А шумно-то как? Но буря, думаю, нам не страшна. И я думаю, из-за нее нас, наверное, всего, скорее всего, и не обнаружили так-то. Тут, наверное, тоже должны быть какие-то радарные системы нехилые. Ух, пожалуй, конечно, можно здесь и устроить туристический сезон, то есть покататься на лыжах и все такое, но лучше давайте все-таки попытаемся проникнуть куда-нибудь в более теплое место. Я уже вижу, куда, кстати, можно как раз-таки. О, черт, интересно, сколько здесь охраны. Внешне кажется, что здесь должно быть очень мало людей. Так, как мы сюда проникнем? Понятно. Первый уровень. Это не должно быть проблемой. Я зачем-то потратил попытку одну, но у меня еще 4, я думаю, для первого уровня хватит. О, какая сложная система, черт возьми. Но давай. Так, укрепились. Нормально. Это если начнется проблема и начнется вот эта атака защитная, то дольше, наверное, больше времени понадобится, да, для того, чтобы захватить наши ячейки. Так, бомба. Нам не нужна бомба. Мы здесь без нее справимся. И, скорее всего, пройдем с этой стороны. Ну да. Проходим спокойно по первым папкам. Ничего лишнего не трогаем. Отлично. Ух! Наконец-то согреемся, хотел сказать я. Вот это сюрприз. Такого я никак не ожидал. Прямо на входе. Привет. Одноглазик мой любимый. A little taste. So at the end you understand what you're interfering with. О, черт, что это? Это ли не та хрень, которая убила Рукера? О, да, похоже, именно она. Может, наши импланты помогут? Так, ребят, да, я там скоро сдохну, оставьте меня здесь спокойно. Йоркид has no mercy. His end will come. It will be slow, and it will be painful. Насколько медленный? Time enough for a man to think on his sins. А времени убить тебя хватит мне? Потому что мне хочется.
here. If he found us, it means the facility is compromised. We should move out. No. Нас куда-то несут, да? This one was coming. We have time before they start searching for him. If you are certain, what about your friends? Он хорошо осведомлен обо всем. Что если сам Миллер ему, например, доложил? Я даже такое отрицать не буду. Что за болваны? Про кого он? О, черт, мы с тобой расстаемся. Обидно. Двали. То есть они все-таки здесь тоже напрямую замешаны. Ну, косвенно, ладно. Brown confirmed everything with Pikus last night. Date and time. Эти имена, эти названия. Черт. Хотел бы я быть лучше. Хотел бы я лучше быть осведомлен. End of the line for you, friend. О, да. Вот мы. Вот и слетали на Альпы. Такая конечная мне не по душе. Ну как, мы отойдем от этой орхидеи? Она нас будет дальше медленно добивать, или мы сейчас сможем восстановиться? Я не знаю. Chicane. Chicane, come in. Wow. How long have I been out? Как минимум одну ночь ты точно пролежал. Так, ну вроде как мы чувствуем себя неплохо. Даже ничего не сбоит, никакая электроника. Ох. Что я вам сейчас сказал про Миллера? Все верно. Давайте попробуем связаться с Вегой. Хотя как она нам может помочь в этой ситуации? А если Миллеру мы, например, доложим о том, что мы живы? Он этому не обрадуется. Попробуем сначала связаться с Вегой. Может быть, потом с Миллером. Хотя вряд ли здесь, скорее всего, выбора. Только одного возможно. Алекс, это я. Мне нужна помощь. I've been trying to raise you ever since you blew off the bank. Where the hell are you? The Swiss Alps. Research facility called Garm. Walked into an ambush. I can't. Сможет ли она меня отсюда вытащить? The Swiss Alps? Fuck, man, it's gonna take time to scrounge up a VTOL. What happened? They were waiting for me when I got here. Marchenko and the gold mask mercs from Dubai. Jesus. You gotta get out of here. Ах, да, это те же самые. Find an exit and... Well, I'll get back to you when I've got a plan. And I'll keep trying to raise my pilot. These guys think I'm dead, Alex. Maybe I can take advantage of that. Have a peek around. Да, правильно, Дженсен, правильно сейчас все разумел. Ну да, вот такая вот ситуация. Сколько здесь сторон конфликта? Золотые маски, ребята Рукера, Марченко, Версалаев, Двали косвенно, да, как мы выяснили. Ох, Миллер, ОГ-29, Алекс. Вау. Ну то есть, все, все очень, очень здесь запущено. Но мы сейчас явно долго будем пробираться по этому центру и надеяться, что на связь выйдет либо Чиканы, с которым наверняка что-то тоже случилось, и ему дали команду отбой, типа улетать отсюда, либо еще что, либо нас все-таки вытащит Алекс. Я не знаю. Будем сейчас, собственно, насущными проблемами заниматься. А все остальное, опять же, пока что в сторонку. С Марченко сейчас мы точно никак не разберемся. И ничего от него не узнаем.